Ложная тревога. Сегодня в районе обеда поступила информация о закладе взрывного устройства в здании противотуберкулезного диспансера. В клинике был срочно собран штаб по эвакуации. Пациентов всех 5 отделений, это 234 человека и 150 медработников, вывели из здания на 15 минут. Нетранспортабельных и тяжелобольных оставили в тамбурах под присмотром сотрудников учреждения. Два кинолога оперативно осмотрели все помещения. Взрывное устройство обнаружено не было. По информации канала «Сургут-24», злоумышленник, который позвонил в полицию и сообщил о якобы бомбе, был задержан, но он оказался в состоянии опьянения. Сейчас пациенты размещены по отделениям, оцепление снято. Противотуберкулезный диспансер работает в штатном режиме. Как никогда слаженно и грамотно отработали все специалисты. Детское отделение, мы предоставили свой транспорт, вот они в теплой машине находились все это время.